Депутаты рассмотрели и приняли в первом чтении изменения в закон о земельном муниципальном контроле. Проект определяет порядок и основания для проведения внеплановых проверок и соблюдения требований земельного кодекса. Второй вопрос повестки – ужесточение продажи алкоголя в праздничные дни, такие как День молодежи, День знаний. Здесь тонкость та, что если день 1 сентября попадает на выходной день, мы выносим законодательную инициативу, чтобы день ограничения продажи алкогольной продукции распространялся и на следующий день. Затем депутаты заслушали доклад директора Департамента сельского хозяйства о том, как проходит зимнестойловое содержание скота. Валовое производство молока по сравнению с прошлым годом не уменьшилось. Идет работа по увеличению надоев в связи с тем, что у нас в 2020 году вступает новое правило, где лейкозный скот нельзя будет использовать. В конце заседания депутаты определились с планом работы комитета на февраль. Игорь Умаров, Анатолий Чегрыгин, события Брянск.